Всем привет, друзья! Замутил гайд на Траксу. Давайте пробежимся по скиллам кратко. Первый спелл это у нас ледяные стрелы, которые замедляют на 60%. Просто можно райт-кликом через R кнопочку накидывать. Можно тупо... Ну, я прокачаю ауру, потом объясню зачем. Можно поставить ее на постоянку, чтобы они бахали стрелами. Так, пау-пау, она начнет стрелами, короче, бахать. Берет ману, по-моему, по 12 маны, если я не ошибаюсь, берет. Вот, ну, короче, прикольная тема. 60% по спида просто срезает. Ну, мощный спел на самом деле. На крипов, кстати, на нейтральных действует немного по-другому. Вообще, на всех призванных юнитов действует по-другому. Один раз кидаешь, и они в замедлении бегают, ну, не определенное время, как герои. Там секунды 4 героя замедленно. А лесные крипы в 2 раза дольше. Замедленно. Вот, это первая такая тема. Вторая тема, почему я прокачал ауру? Аура это такая тема. Так, ну у нас тут драка сейчас за руну должна быть. Так, ну я проиграл эту драку, понимаю, лохи. Короче, аура действует постоянно на всех юнитов дальнего боя. То есть на всех героев дальнего боя. При нажатии, при активации, вешается на крипов дальнего боя. То есть это можно подгадать момент и начать нормально, начать нормально пуш. Так, как исчисляется этот бонус? Этот бонус исчисляется в зависимости от того, сколько у меня ловкости на данный момент. То есть если у меня будет там 100 ловкости, то будет 38% от этой ловкости... Отходить всем и крипам, и героям. То есть как-то вот оно вот так будет работать. Второй спел это у нас Silence, который отталкивает. Так, но алхимик хочет нас позадрачивать. Мы его тоже немного позадрачиваем. Второй спел это у нас Silence, который отталкивает. Почему отталкивает, я расскажу чуть-чуть позже. В общем, Silence, сами знаете, ну Silence массовый, тем более Silence, очень полезная вещь. Как, куда вообще, как без нее, ребят, как без нее вообще никак. Он отталкивает действие. Кстати, механики этого спела я могу показать чуть-чуть позже. Чуть позже я оставлю видосик, где-то вот прикреплю на данной стадии. Так, я тут сейчас умираю. Не хочу умирать. Можно переиграть немного алхимика. Найс. Он райт-кликом на меня клацал, тавер сагрился. Понимаю. Так, почему гаст у нас отталкивает? Все довольно-таки просто. В общем, у нас ультимейт это прибавление к ловкости. То есть, получаем ультимейт, сразу мы становимся сильнее. Мы начинаем сильнее бить. В общем, начинаем нарезать, короче, ребят. Но особенность есть такая у ультимейта. Если к нам подходит 400 АОЕ, то мы потеряем половину этого бонуса. То есть у нас будет не 40 ловкости на первом левеле, а 20. То есть если к нам ближе подойдут. Вот такая вот особенность. И вот, соответственно, механика второго и ультимейта. То есть у нас ультимейт специально сделан для того, чтобы когда к нам близко подходит, чтобы мы их оттолкнули. Понимаете? Вот. Вот так и все это работает. В общем, по скиллам немного пробежались. Про третий спел, надеюсь, вопросов не будет. При нажатии активируется на крипов. Процент от нашей ловкости. И пассивно на всех героев работает всегда. Вот так вот, ребят. Давайте, поехали. Так, ну сало мы уже давать не будем, потому что мы уже не успеем. Алхимик напрягает, но ничего страшного. Я думаю, это временно. У нас нет курьера, кстати. Будем соло курьера себе делать. Не добиваем крипа. Так. Вот так вот сразу делаем. Открываем курьера здесь. С, В, РП. И поехало. Но он ацид тупо качает, очень сильно дамажит. Но это временно. Мне нужен 6 левел, и с 6 левелом я просто должен его убивать. Просто он стоять у меня на линии не будет. Крипа не добиваю, ну плохо очень. Выкладываем Аквилу.
чтобы побольше немного хитпоинтов себе подзарядить. Также армор, нам нужен армор, также и на крипов армор работает сейчас. Соответственно, крипы меньше получают дэмэджа. Чем больше у крипов армора, тем лучше. Так, ну все, вот есть шестой, вкачали, 70 дэмэджа сразу на руках есть. Пришлем себе куру с хилочкой еще. Руна алхимик здесь законтрил. Пойдем сейчас принимать алхимика. А, у него тоже есть шестой левел. Когда у него есть шестой левел, вообще абсолютно бессмысленно его тычковать. Немного поменяли мы с ним лайнинги. А он успеет откинуть, по идее. А, нет, не успевает. Ну, тогда он наш. Просто легчайший фраг на самом деле. Возвращаемся к нашей игре. Поставим вот такой вард. Незамысловатый, как говорится. Возьмем ПТ-шку и будем выходить какие-нибудь более прикольные артефакты. Пока у нас крипы там душат. Так, ну можно попробовать его убить на самом деле. Сам себя иллюзиями проблочил, но найс. Ну не умру тут никак. Качаем третий. Кстати, у нас в команде Венга еще есть. Венга помогает очень хорошо с аурой тоже. Ну и получается так, что в две ауры, в ее дэмэдж и в мой дэмэдж, это очень, очень мощно получается. Так, ну что ж, мы можем попробовать его убить. Так, а что у нас Вивер ливает? 1-0, Вивер взял, вышел. Такое. Будет неинтересно. Так, интересно, алхимик внизу был на руне? Или он сейчас пойдет? Идет на руну, ну тогда мы здесь сейчас его и примем, соответственно. Или нет? Нет, был он на руне и пошел почему-то опять на топ. Ладно, возвращаемся на мидлейн. Так мы его не потянем, если он, соответственно, будет на нас бежать. Можно побегать, покайтить его. Не до контрим. Тут слишком много крипов и ацид пилит. Пришли к нам помощники. На тине. Я бы сам не справился. Так, есть у нас такое дело. Возьмем еще один в Резбенд. Хил. Надо руну законтрить. Вот сюда. Если пошел, чел. И, наверное, надо сходить. Да, сходим на топ, потому что у нас активная хорошая руна. Надо убить Омника первым. Взяли хилы, выключили базилку. Почему он на снайпера бежит? Бежит зачем-то на снайпера, хотя надо убивать Омника в любом случае, потому что Омник досаждает очень много хилом. Ой, подлагало немного. Хил дает там постоянно.
Репелы вешает. Ну, вот такой персонаж. Неприятный. Так, алхимик тем временем фармит. Не знаю, так я иду, он меня увидит в любом случае. Ходить ближе к крипам я не буду. Не дам куру. С чего это я должен куру давать? Законы джунглей. Гоу, 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 убьем его. Надеюсь, не вытолкну. Найс. Бывает такое, что можно ског клокверка случайно вытолкнуть. И это очень плохо. Потому что сейчас просто фрифраг был. Так, ну, включим базилу и пойдем за пушем. Включаем третий спелл, у нас 28 урона на дальнем крипе. И тут 28, и там по всей карте 28. Да почему ты меня бьешь, я же переагрил. Пойдет. Немного недоконтрил. Сейчас неудобно будет контролировать, потому что с маской не сочетается, но мне нужен отхил. С маской очень плохо сочетаться будет этот спелл. Первый. Блин, как же не вовремя залагал это. Пенга просто даблкил. Залагало так не вовремя сейчас вообще. Ну, будет все и так видно. Так, в общем, смотрите, вот в две ауры просто какой пуш мы делаем. С Венгой. Ну, я не вижу смысла идти туда. Качаем ультимейт и пойдем на эншентов. В Венге 96 урона под моей аурой. И когда мы рядом, у меня 138, у нее 100. Просто ни с чего. У нас нет никаких айтемов на дэмэдж. У нас просто очень много урона за счет того, что у нас такие ауры. У нее просто дэмэдж, а у меня дэмэдж для рэндж... Для рэндж вообще персонажей, юнитов. Можно выразиться так. Алхимик все фармит, фармит. Че фармит, непонятно. Но надо вверх тавр забрать. А ты меня убить решил? Я тебе и так передамажу. Отойдешь подальше. Отойдешь подальше, вообще смерть. В упор вообще урона нет у Траксы. Просто к ней, если близко подходит, вообще дэмэджа она не наносит. Но можно спокойно и Т2 пойти. Сейчас попробуем посигналить нашим тиммейтам, чтобы пошли Т2, потому что у нас ауры. Аурами мы должны это выигрывать просто. Посмотрите просто. У нас 200 дэмэджа. Включим ауру на крипа. 51 дэмэдж у крипа. Просто пушим. Вайпера тоже 90 дэмэджа. Просто понимаете, вот на рейндж персонаж. Посмотрите просто, как мы пушим. Мы сейчас, в принципе, и на хайграунд можем зайти-то. Даю сайленс. Лотар. Он себе лотар купил. Ну, я бы на самом деле попробовал бы зайти хайграунд. Но у Венгер хитпоинта, к сожалению, нет. Да. Тракса вообще сама по себе очень ватный персонаж. Почему я собрал Маднес? Ну, Маднес — это такой тактический ход. Чтобы мы могли спокойно и быстро выфармливать свои предметы, вот, допустим, на вот этих спотах. Тут главное позиционироваться хорошо и не умирать глупо. То есть, смотрите, у нас и отхил сильный, и, соответственно, мы еще и крипов убиваем. То есть мы абсолютно ничего не теряем и быстро их фармим.
все. Сейчас еще руны будут. Вот оно. Поехали, тут крипов заберем. Кстати, можно пойти Рошану. Безусловно. Просто. Но умник меня не увидел. А тут полезное место. Он не видит Рошпит, а я вижу уже вот эту позицию хотя бы. А, или увидели все же. Но не может быть такого, что он меня увидел там. Потому что Рошпит не проглядывается в тех местах. Но должен успевать я забирать. Есть гаст. Хорошо, забрали Рошана. Качали ауру. Что ж. Тини, пойдем. Тини сантрик купил, смотрите. Гоу. Подеремся. Продадим вот эту тему. Давайте немного сюда отойдем, потому что если алхимик сейчас забежит Лотар с банкой со своей напряженной. Что у нас там? Дэмэш упал уже. Успеваю забрать тауэр. Даст сейчас. У него есть Лотар, не вижу смысла вот на него нападать вообще. Алхимика. Оп. Сайленс. Кинули. Пахнул. Ну, будет стоять в инвизе. Ничего не пойдет. Клокверк не додумается подойти туда, нажать коги, чтобы продержать в инвизе. Его как можно дольше, чтобы вышел с инвиза. Ну давайте купим даст, и мы в принципе ничего не потеряем. Мы только будем получать, на самом деле, когда купим дасты. Сносим. Просто 217 дэмэджа. Тауэр начинает бить, потому что очень много дэмэджа от меня идет. Дэмэдж дилер. Сильный. Заберем тут крипов и уйдем. Достаточно. Так, найс. Венга будет делать дела? Даем сайленс. Помогли немного венге. Алхимик бахнул тут опять. Давайте снайпера. Ой-ой-ой. Ну, умер от тоса. Стараюсь дозировать первый спелл, потому что маны немного сейчас. Но сейчас это, походу, не нужно было. Абсолютно. Забираем еще один тауэр. 4К есть. Но будем делать бабочку. Не знаю, я по традиции в таком затаре всегда бабочку. Next tom. Так, ну вот, смотрите. Много крипов. У нас есть Madness. Быстренько это фармим. ХП мы не теряем абсолютно, в принципе. То есть это преимущество Madness'а. Но на 85-й карте, ребят, Madness намного слабее, чем на 83-й. Поэтому берите вооружение, что на 83-й Madness это нормально. Это прикольно. Это работает. Вот у нас загулявший парень. Сейчас мы быстренько ему настреляем. Пойдет. Пойдет. Есть 5000 у нас. Отправляем курьера в магазин за покупками. Пятерочка выручает.
Тупые шутки от Азиса, но ничего. Все как обычно. Я у мамы такой один. Есть у нас ультимейт. У нас 200 дэмэджа у самих. У самих нас. То есть у нас без всяких других бонусов, без венги. У нас просто дэмэдж уже 200. Снайпер там, вот тут вартник стоит. Снайпер только что спалился, потому что послали иллюзию лохоповую. Снайпер на нее зарядил ультимейт. Алхимик с лотаром делает у нас киллинг спри. А у них там пуш потенциал хороший, потому что он их люконтроп. Так, ну не дадим. Он бахнет. Так, подзалагало немножко. Но у меня МС, по идее, выше должен быть. Оп. 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 Ну, не знаю, нету маны, что мне сделать, как говорится. Ни сайленса, ничего нет. Такое себе, на самом деле. Так, кончился у нас Аегис. Мана восполняется, главное не получить удар в это время. Потому что когда Аегис заканчивается, вешается... Так, найс, у нас, смотрите. У крипов сколько дэмэджа? 78 дэмэджа просто у крипов. Смотрите, как я пушу. Так, ну, глиф дается. Так нечестно. С глифом нечестно играть. Я бы сейчас просто запушил. Миллион промахов улетает. У крипов у нас по 78 дэмэджа без ауры венги. То есть это очень жестко. Это очень жестко. Так, ребят, ну, я считаю нужным купить пачку вардов. Вот так вот сделать. И продолжать бурить, потому что нас на центре убивает вайпера. Нет, лучше отойти. Да, вот хочется крипчиков побить, но лучше отойти, потому что вардов сейчас тут нету. Вижен тут я не получаю. У меня нет никаких артефактов на эскейп. Хотя я должен купить себе дагер, я так думаю. Хотя, конечно, лотар профитнее заходит. Но как профитнее? Приятнее, потому что ловкость, атак спид, дэмэдж. Мобильность какая-то появляется. То есть, ну, как бы приятнее становится играть на персонаже, но не суть. Тут как бы совсем о другом. О другом совсем. Вот так вот делаем. Все, найс. Теперь тут мы будем все видеть. Можно тут стоять спокойно, никого не бояться, в принципе. Тини пытается у нас убить там снайпера. Тщетно, конечно, тщетно. Так, ну нужно давать дэмэдж крипам, пока ребята там дерутся. Три секунды еще. Алхимик бахает. Нет, но я его бить не буду. Слишком опасно. У каталашки 80 дэмэджа с руки. С руки. Так, ребята, вот сейчас можно напасть. Выключим базилку, типа мы ушли. Можно напасть. Вот этого натыкаем, пацана. Можно алхимика также под центрем поймать. Ну я его, если что, увижу, будет он тут пробегать. Пойдет. Хорошо. Идем далее. Тавара тут нету. Можно поставить прямо здесь. Эх, поздно. Ну, было бы приятно, если бы я прямо его застанил и еще бы забрал. Лейдмейл там покупается. Фиолетовый блейдмейл, это, конечно, прикольно выглядит. Так, ну ломается у них центр, пока я успею сейчас забежать здесь. Быстренько сломать. Даже без драки. Омник дал ульт. Ребята ломают центр, я ломаю низ. Все, побежали на центр. Еще раз сейчас дадим ауру. 3,6 секунды. Смотрите просто, сейчас как будет пушиться.
Крип отбиваться начал. Пошли на топ с Венгой. У меня 350 дэмэджа просто с руки. Просто за один заход. Ой, ну это походу конечная. Или нет? Венга так как бахает тоже. Вы просто посмотрите, как Венга нарезает 200 дэмэджа просто. Как же ж она нарезает тоже под моими... Под моей и ее просто вот совместная вот эта комбинация, это очень жестко. Это очень жестко прям. 24 минуты, 0 сторон остается у противника. Просто это овнинг. Быстро отхиливаемся, смотрите просто, как мы отхиливаемся. Это просто нечто. Ну давайте что ж, закончим рапирой. Как обычно. Красивой рапирой. Так, Венга у нас полетела. Ну вот это, по-моему... Хреновая затея была, тиник закинул ее. Венги Сильверейдж. Поехали. 600 дэмэджа с руки. Оп, минус крип, оп, минус крип. Просто 600 дэмэджа с руки. Погнали, попробуем что-нибудь по приколу сделать. Вон, пацана можно бахнуть. Курьера даже убивать там не будет какого-то. Тир. Просто тир. Ну, ГГ. Вот такая вот каточка вышла, ребят. Небольшой гайдик вам на Траксу. Берите на заметку. Собирайтесь. Бахайте. Не забывайте, что Madness нужно использовать. Он мапхаки продает. Прикольно, вам надо мапхак? КЛК надо, да? В общем, ребят, не забывайте, что Madness делает этого персонажа более уязвимым, но если вы подбираете правильную позиционку, то вы просто будете душить с этим предметом. На этом у меня все, ребят.